В горах Сочи ожидается сильный снег, а вот в прибрежной его части сегодня весь день идет сильный дождь, который продолжится и завтра до середины дня. Возможно поднятие уровня рек до 1,5 метров. Сегодня на части водоемов он уже поднялся в среднем на 20-30 сантиметров. Анатолий Пахомов поручил организовать постоянное дежурство на всех реках, спасателей и представителей районов. По каждой реке, которая для нас становится опасной, у нас их 26, должны быть установлены там пофамильно с телефона. И у меня должен лежать, значит, этот список, чтобы я в любой момент позвонил и спросил, на каком 2-3 часа вы знаете, что я это могу делать. Могу, в принципе, задать вопрос, какой уровень, сколько еще осталось до опасного явления. Также на совещании были уточнены алгоритмы действий в случае возникновения ЧП, количество привлекаемой техники, озвучены маршруты эвакуации населения в случае ЧС. Обратился Анатолий Пахомов через глав районов и к жителям. Если будет звучать сирена, ни в коем случае не игнорировать тревожные сигналы и быть готовым к эвакуации.